В Європейському Союзі продовжили санкції проти Росії ще на півроку. Це рішення ухвалили після звіту президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо виконання Мінських угод. Оскільки вони виконуються не повністю, Європейська Рада одноголосно прийняла політичне рішення про оновлення економічних санкцій проти Росії. Что касается санкций по поводу, да, вот то, чтобы сейчас вот это была информация. Спасибо. Ну, давайте так, не стоит все валить на политическую составляющую, которая является санкцией. Санкции – это еще экономическое, так сказать, давление. Но не столько на тех, на кого, допустим, накладывается, ну, допустим, в частности, на Российскую Федерацию. Я склонен рассматривать санкции как элемент, инструмент даже борьбы с конкурентами. Получается, санкции накладываются на какие-то компании, корпорации, при этом они не могут поставлять на свои уже, так сказать, стабильные, привычные рынки свой товар, продукцию, но святое место пусто не бывает. На это место кто-то другой приходит. Поэтому санкции могут использовать в первую очередь при всьому, в конкурентной борьбе. Але, пане Олексію, ви дивіться, сьогодні так там ті самі Ангела Меркель і Еммануель Макрон, вони виступили проти американських санкцій, які прийняті теж по відношенню до тих, хто буде просувати Північний потік-2. Тобто кожна держава, вона дбає за свої інтереси. Преследує свої інтереси. І німці, Опель запустив уже опять производство в Російській Федерації. Я не знаю, там 3 или 4 года вони это производство было закрыто, сейчас завод опять начинает работать. Это в обхід санкций. Я не знаю, каким образом они это делают, но суть в том, что работа продолжается. И немецкие компании участвуют в развитии российской экономики, туда деньги вливаются. Так же, как Россия, Российская Федерация участвует в работе немецкой экономики. Северный поток – яркий тому пример. И мы от этого никуда не денемся. Все получили какие-то свои, извините, ништяки, а мы сидим опять в луже и, извините, с голой задницей.